один пассажирский поезд. Я его сама встречу. Одна. Я одна. А ты иди домой, Миша. Иди давай. Иди. 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 Миша. Мишенька, иди домой. Дрополюк, дежурная по переезду, 44-й километр, станция Патьма. А? Привет. Да фу на тебя! Да, не узнала. Богатая будешь. Да нормально все. Да нормально все, как обычно. А, че, придурок лагерный? Да был. Был, куда без него? Домой отправила. Ушел, да, ушел. Какие посторонние? Девушка? Ищу. Ага, ага. Нет. Посторонних нет. Ага. К подвижному составу замечаний нет. Ага. Конец связи. А ну вылезай. А ну вылезай. Живо вылезай. Ну-ка быстро говори, кто такая, откуда ты, а? Почему тебя на станции ищут? Говори. Так, ясно, ладно, сиди там. Я вызываю полицию. Не надо, пожалуйста, не надо. Да лезай с-под стола. Да кто он-то? Мой муж. Он ушел. Кто твой муж? Мишка Карабан, твой муж? Господи! Да тебе скорую надо вызвать! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Значит, это был не мой муж! Да Карабан это был, Мишка, придурок лагерный! Что это он? Мне так страшно. Мне еще на дежурстве всегда слез не хватало. Господи, ты вот что ли. Ну все, 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 все. Ну не надо, не надо. Ну что ты, бабушка моя, ну что ты, а? Ну, такая молодая, красивая, ну что ты, и плачешь. Не надо, не надо. Не надо, а то я вам тоже сейчас заплачу, а мы вам и так с тобой все в воде, а если еще с людьми капать, так совсем потонем. Да лучше помереть, чем так жить. Нельзя! Не говори так! Да господи ты, боже ты мой, там! Подожди, у меня же валерьянка есть, вот что нам нужно. Знаешь, это проверенное средство. Подожди, 30 капель пустырника, 30 карвалола и валерьянки 30. Подожди, подожди. Убойное средство лучше водки напей. Да пей ты, господи, давай. О, молодец, вот. И я тут и выпью. Измена, что знаешь, что такое. Вот и хорошо. Вот, все. Ну вот, все. Все. Господи, боже ты мой. В этой кофте я замуж выходила. Не.
Правда, она белая была когда-то, красивая. Свадебного-то платья у нас в глуши не найдешь. Да и туфли-то от него одноразовые. Вот кофта была, да юбка, туфли. Сестра дала, у нас одна пара на двоих нарядная-то. Вот. Из юбки вон занавески пошила. Сначала все хранила, хранила, а потом думаю, а что храню? На память. Это все, что надо, я и так помню. Сюда он снесла на пост. Че, ветошь? Обтирочный материал, как говорится в инструкции. Точно. Подожди. Подожди, подожди, сейчас. Слушай, вот не зря я балуб сюда принесла. Знаешь, мне по путям-то не привыкать ходить, а по шпалам минут 40 тащилась. Сейчас мы тебе подберем все по последней моде. Так, это что у нас? Так, это ремки. Это тоже ремки. Так, вот это юбки. Нет, это штаны. Так, погляди. Так, сейчас. Вот это можешь посмотреть. Так, это что у нас? Это кофта большая, теперь будет большая. Это мошки мои, погляди-ка, может, подойдет. Вот пиджачок ничего себе такой. Так, это что у нас? Вот рубашечку можешь посмотреть. Сейчас мы тебе подберем все по последней моде. Это тебе велико будет. О, сексуальный маечка-то вон. Как это вы любите-то? Так, это футболка, не то, это не то, это вот. Это что? Вот тоже старье. Ну вот, смотри. Царствие небесное. Наталья Гавриловна, спасибо вам. Да брось ты, за что спасибо? За ремки? За все. За то, что не прогоняете. А вот с этим не торопись. Я смотрю, ты успокоилась. Ну, а теперь давай. Рассказывай, откуда ты? Что за беда у тебя? Может, ты преступница или он? Какая воровка беглая? А я, получается, тебя покрываю. Да никакая я не воровка, не преступница, не беглая. Дура я обыкновенная. Вот с этого места поподробнее. Я тут, в Бичевихе, жила раньше. Ну? От Потьмы километров 15. Угу. После школы в Москву. В саму Москву? Это ж даль такая. Ну да ко мне этого и надо было, чтоб подальше. Не поступила я никуда, естественно. Работала то там, то тут, на рынках, да всяко. Хлебом, водой перебивалась. А все равно была рада, что в Москве, в столице, а не в засраной Бичевихе. Продавцом устроилась. Комнату напополам с девочкой снимала в Подмосковье. Казалось, что все, взрослая, самостоятельная. Но когда замуж позвали, побежала, не задумываясь. Так еще бы, такой солидный дядя, богач, даже по московским меркам. Продалась, короче говоря. Сначала вроде радовалась тряпкам, машинам, квартирам, ну да и он ничего был. Ну а потом... Потом унижать стал страшно. Я не хочу говорить даже как. Бил. Детей не давал рожать. И взвыла я в конец. Я удавиться думал. Ну, а потом я просто ушла. Собрала чемоданы на вокзал. И ездила так. Туда-сюда, 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 пока меня не обобрали подчистую и с электрички не ссадили.
Подумали, что бомжи. Ну так не мудрено. Так я к матери обратно сюда, в вечериху хотела вернуться. Да, побоялась. Найдет он меня там. И зашибет. Господи. От вас рак мозга будет. Слушай, ты прям как сериал рассказала. Прям даже не верится. Ой, да мне самой не верится. Мне так страшно. Так даже во сне не бывает страшно, как мне сейчас. Слушай, так ты на него заявление напиши в полицию. Ну какую полицию? Он сам полиция. Начальник крупный. Да неужто там честных людей-то не бывает, да? Да бывают. Ну. Но только не начальники. Господи. А что ж делать-то теперь? Я вообще не знаю. Не знаю. Не знаю.